Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса в Донецкой и Луганской народных республиках продолжают передавать жителям коробки добра. Их собирают и отправляют из распределительного центра в Сургуте. Такие посылки есть в составе каждой гуманитарной миссии. Также добровольцы привезли в госпиталь поселка Новый Айдар 50 коробок с медикаментами и перевязочным материалом. Все это собрали жители Нижневартовска. Волонтеры, кроме этого, работают с военнослужащими и добровольцами, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Им доставляют адресные посылки, передают из рук в руки. Такая предназначалась и младшему сержанту Михаилу с позывным «Югра». Недавно боец получил медаль за отвагу, а накануне, получая презент из дома от добровольца, солдат попросил передать награду своей семье в Сургут. Прошу передать гумкорпус мою медаль за отвагу передать родственникам домой, потому что еще не знаю, когда вернусь. Вернешься точно. Да. Передайте, пожалуйста. Целости и сохранности передадим.